Good morning and welcome. Доброе утро и добро пожаловать. On behalf of the American Pastors Network, we are absolutely thrilled that you are here and to be with you this morning. От имени сообщества американских пасторов мы в большом восторге того, что вы здесь и что вы здесь присутствуете и что вы с нами вместе. We believe you to be the hope of Ukraine. Мы считаем, что вы надежда Украины. As Pastor Gary, as Pastor Dale Armstrong just said, we in America have a great history of freedom. Мы в Америке имеем большую уже длинную историю свободы. In our generation, we have benefited, but we were not the ones who made it possible. И наше поколение уже пользуется плодами, но не мы делали все это возможным. But as God told Israel of old, но как Бог сказал еще древнему Израилю, we are to learn from history. Нам нужно учиться на уроках истории. And we know that in our nation, the pastors played the most critical role. И мы знаем, что в нашем народе пастора играли крайне важную роль. And they play now a most critical role. И даже на сегодняшний день они продолжают играть самую важную и критическую роль. Our nation was great because they believed in God and were committed to obeying His word. Наш народ был великим, потому что они верили в Бога и были посвящены на то, чтобы соблюдать Его Слово. And as long as our people and our leaders obeyed Him, God blessed. И пока наш народ и пока наши лидеры были послушны Ему, Бог благословлял. But when, like Israel, we think we have no need for God, judgment begins. Но когда мы, как и древний Израиль, начинаем думать, что мы не нуждаемся больше в Боге, тогда начинается суд. But we believe that God's promises always apply. God never changes. Но мы верим, что Божьи обетования всегда относятся к народу. Бог не меняется. And the Word of God contains all of the information we need to address every problem we face. И Слово Божье содержит в себе всякую информацию, которая нам только нужна, чтобы разобраться с любой проблемой, с которой мы сталкиваемся. The question is, will we do what God says? Вопрос остается в том, а будем ли мы делать то, что говорит Бог? So in the Pastors Network, we believe in the authority of God's word. И в Содружестве пасторов мы верим в авторитет, во власть Божьего Слова. God says what He means, and He means what He says. Бог говорит то, что подразумевает, и подразумевает то, что говорит. The question is, will we do what He says? Уже остается вопрос в том, будем ли мы исполнять то, что Он говорит. So in America, we, as the Pastors Network, are trying to call pastors and the church back to obedience. И мы в Америке, как Содружество пасторов, мы стараемся призвать народ и церковь снова к послушанию. As believers in Jesus Christ, we understand that judgment must begin in the house of God. И как верующие в Иисуса Христа, мы понимаем, что должно суду начаться с Дома Божьего. When we do what He says, then He will bless and people will follow. Когда мы делаем то, что Он говорит, Он будет благословлять, и народ будет следовать. We also believe that salvation of the individual comes from faith in Jesus Christ alone. Мы также верим, что спасение человека приходит только через веру в Иисуса Христа. That is the truth. Это истина.